Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Помидорка за решеткой, меня зовут Дима, мы продолжаем проходить Vampire the Masquerade. Так, да, я поставил новый русификатор, мне еще предлагали улучшить текстурки, не хочу я этим заниматься, пусть игра выглядит так, какой ее сделали разработчики, а вот русификатор действительно вроде как качественнее стал. Ай-яй-яй, тихо. Нам вроде как сюда. Или нет, подождите, я не знаю. Прокрадитесь мимо одинокого члена шабаша и проходите в двухстворчатые двери. Окей. Прокрасться. Я его, в принципе, увидел. Так, если зеленое, то меня не видит. Если желтое, то чует там, типа, да. А если красное, то все, ханздец. Ой, шмаляют. Кто-то... Ой, тихо. Нормально. Оп-оп-оп, он меня заметил. Твою мать. Ага. Окей. Free motherfucker. Окей. Ну, попробуем еще раз. Ничего страшного в этом нет. Я нубить буду долго, много. Я уверен в этом. Поэтому уж извините меня. Играю в первый раз, оно всегда так бывает. Так, сейчас будет проходить. Бабах будет. Окейюшечки. Стремительность, могущество, присутствие. Что это такое? Сила крови. Blood healing. Ну, шикарно, да. Не перевели. Тихо. Тихо. Блин, может, есть другой вход? Я только за косяк выхожу, он меня видит сразу же. Другого входа я не вижу. Может, быстро проскочить? Я даже подошел, он меня услышал. Твою мать. Так. У меня только пистолет. Нихера. Сложно. Но выполнимо. Сейчас будет бабах. И этот хрен возвращаться будет после этого взрыва. Окей, в этот момент, естественно, я попробую обойти. Надеюсь, он меня не услышит. Бах, он разворачивается, уходит. Да, все. Ах. Фу, сохранюсь на новое сохранение, пожалуй. Так. Шикарно. Не понял, почему мы пропали. Субтитры. Может, это после... После русификации автоматическая реактивация дисциплин. Ну да. Так, значит, он очень зеленый. Да черт возьми, я не включил, что ли? Включить субтитры. Ну вот. Как такое может быть? Короче, что-то такое непонятное с субтитрами.
попробую с этим разобраться потом. В общем-то, он мне предлагает там кого-то херануть. Я постараюсь. Типа, он говорит, он вампир, поэтому будь начеку. Я всегда начеку. Ну, типа, иди теперь и возьми его. Окей. Чтобы сражаться голыми руками, вам нужно выбрать свои кулаки. Понятно все. Киюшки, ОКК. Кого он мне предлагает убить? Того хера? Да, его он мне предлагал убить. Я его убил. Монтировочку взял. Не нажмите бла-бла-бла. Окей. Этот значок показывает оружие, которое в данный момент выбрано. Бифры на значке стрелкового оружия показывают запас патронов. Хорошо. Так, F1. Окей. Ну, я разобрался с ним. А, ну вот, надо было просто перезайти в разговор. И субтитры появились. Хорошо, неплохая стратегия. А, в подвал и... В подвал через решетку. Окей, субтитры, ну, в смысле, перевод, хоть и говорили, что качественный, все равно имеет свои какие-то недостатки. Вот, допустим, вместо «ч» он там «плюс» ставит. Немного мне это не нравится. Ну, что поделать. Так, F5 работает. F8. Так, хорошо, есть. Давайте посмотрим сейчас, секунду. Редактор, бла-бла-бла. Быстрое сохранение на F9, все. На F12 быстрая загрузка. Давайте поставлю F5, F6, мне так сподручней. Все. Что тут дальше? Ой-ой-ой. Когда вы окажетесь в позиции, подходящей для незаметного убийства, вы увидите такой значок. Шлавный. Чего? Шалавный плюс незаметных убийств. Главный плюс незаметных убийств в том, что они совершенно беззвучные. Для незаметного убийства приготовьте кулаки или холодное оружие. Присядьте и подкрадитесь к жертве сзади, пока не появится значок незаметного убийства. Тогда нажмите Е. Ну окей. Тихо. Кто меня заметил? Он меня заметил, но ему похер. Молодец. Ну это в рамках обучения, я так понимаю. Вообще мой персонаж не особо тихий и скрытный. Не уверен, что правильно понял. Похоже, шабашатцы рассредоточились. Я буду держать ухо востро, поосторожнее там впереди, там их может быть целая куча. Так, я сейчас прочитал это, потому что отвлекся на мгновение. Простите. Чем дальше, тем веселее. Так, идем дальше. Дисциплина — это ваши вампирские способности. Этот значок, а я уже думал, никогда не расскажешь мне про них. Этот значок указывает на дисциплину, которую вы сейчас выбрали. Есть два типа дисциплин: пассивные и целевые. Пассивные дисциплины действуют на вас, а целевые — на ваших врагов. Чтобы активировать дисциплину, необходимо затратить определенное количество крови. Сила крови — это дисциплина, присущая всем вампирам. Она дает временный бонус ко всем вашим физическим атрибутам, используется в самых разных ситуациях, например, для взлома замка, который невозможно было бы взломать без этого бонуса. Так, вот, Blood Buff, сила крови. Активировали. И взламываем ее. Угу, шикарно.
Бруха владеют тремя уникальными дисциплинами. Могущество, колоссальная сила, стремительность, сверхъестественная скорость, присутствие, мистическая проекция личности, вызывающая страх и благоговение. Присутствие – это способность подавлять окружающих силой вашей личности. Присутствие – пассивная дисциплина. Активировав его, обратите внимание на индикатор в правом нижнем углу экрана. Использование присутствия не нарушает маскарад. В следующей комнате охранник шабаш. Используйте присутствие, чтобы ослабить и убить его. Выберите присутствие, колесо мыши и активируйте нажатием правой кнопки мыши. Рядом с вами охранник ослабнет, утратив часть боевых способностей. Присутствие особенно эффективно в сочетании с оружием. Активировав дисциплину, вооружайтесь матировкой и атакуйте противника. Хорошо. Сохранюсь только перед этим. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп, оп, я нуб. Оп, оп, лови. Подох? Нет, не подох. Оп, оп. Да что ж ты. Да, все, он сдох наконец. Фу. Think they're clearing out. It's no need to go stirring up the hornet's nest till we know the score, though. Head through here. Come to an elevator around the way. Ну окей, там мы встретимся тогда. Без проблем. Если через 10 минут меня еще не будет, звони президенту. Так. Сохранюсь, пожалуй. Могущество — это сверхъестественная сила вампиров. Могущество — пассивная дисциплина, действующая ограниченное время. Активировав ее, обратите внимание на таймер. В правом нижнем углу. Использование могущества не нарушает маскарад. В следующем помещении вампир шабаш. Используйте могущество, чтобы убить его. Выберите могущество, колесо мыши, активируйте. Бла-бла-бла. Угу, ну окей. Опа! На! 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 Да, действительно мощаным я таким становлюсь. Похожим на Коула из Infamous. Немножко. Ну или это у меня уже просто по воспоминаниям. Так, давай, открывай. Стремительность, бла-бла-бла. Использование уровня. Ага. В зонах маскарада не использовать. Стремительность теперь использовать. Да? Я так понимаю, без стремительности он был бы дохрена быстрым. А так я вроде как в замедлении нахожусь. Ну это вроде как. Так, наверное, Bloodlines мне нужно сейчас. Нет. А что тогда? Когда вы можете поднять и бросить предмет, вы увидите бла-бла-бла. В этой комнате находится вампир-шабаш, охраняющий выход. Подкравшись, найдите предмет, который сможете поднять и бросьте в угол напротив охранника, чтобы отвлечь его. Когда он отойдет от входа, прокрадитесь через комнату и выходите наружу. Так, он купился? Он купился. Замечательно. Ох, твою мать. Fucking humans. Gangbangers protecting their turf, huh, man? I'm here thinking it's Sabat moving up in here. It's the fucking locals about to take one for the hood. Так, что мы предпримем? Спасибо. Спасибо.
Бесполезный против вампиров. Я понял. Окей. Вы только что револьвер получили. Чтобы вооружиться им, нажмите F2. Ой, слушайте, F5, когда я понатыкал на F5, на F6, не сбилось ли у меня какие-то управления? Огнестрельная, броня, инвентарь. Да нет, вроде как, да? Ну-ка. F1, F2, F3. Ну все, да. Холодная на F1. Ну, все шикарно. F5, F6 свободно. Так, F2. В конце коридора на ящике стоит бутылка. Прицель здесь. Подождите полной фокусировки прицела и нажмите. Что-то как-то он ужасно стреляет, если честно. И я кучу патронов потратил. Ну да бог с ним. Я не думаю, что я буду... Ну-ка, подожди-ка, родная. Как крысу сожрать, я забыл. Е, Ф... А, Ф, да. И еще одну. Подпитаемся. Я хочу стремительность использовать там наверху. Посмотреть просто, как люди на это отреагируют. F5. Не, они медленными, в смысле, будут или нет. Вот это я хочу посмотреть. Так... Ну, что-то как-то не ахти. Минус. Насилие не единственный способ разрешения сложных ситуаций. Вы также можете использовать свои способности и дисциплины в разговоре, если такая возможность появляется. Ваши ответы будут выделены особым цветом и шрифтом, как показано далее. Ну, окей. Да. Пока я возьму, конечно, бейсбольную биту. А, здесь патрончики, похоже. Да. Стремительность никак не повлияла. По-моему, она хреново раскачана. Или это я глупый просто. Давайте посмотрим, поговорим с ним. Вот и все, все закончилось. Да, конечно, шрифты сверху. Ужасно. Ужасный. Так, значит, это нормально. We got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Hmm. Я перестаю улавливать, Джек. Хорошо, бар в даунтауне, последний раунд. Вы получили 2 очка опыта, нажав
С вы попадете на лист ваших характеристик и сможете распределить очки опыта по желанию. Неиспользованные очки опыта можно будет распределить позже. Еще давайте посмотрим. Опыт есть. А на что я могу их потратить? Так. Интересно, что мне прокачать-то? Выносливость. Стоимость 8. 3, 2, 5, 10, 5, 3, 4. Я ничего не могу прокачать, похоже, да? Ну да. По всей видимости, ничего. Да, такой суровый дедюк. Князь Лякруа предоставил ваше пользование квартиру в Санта-Монике. Здесь вы можете найти некоторые необходимые вещи, например, компьютер и электронной почты. Это будет ваша база. Компьютер с электронной почтой. Вот он и есть. Так, давайте, что у нас тут? Записочка. Привет, пароль от твоего компьютера. Ну и как я, мать вашу, должен это прочитать с этим ублюдским почерком? Sunrise, наверное. Наверное. Деньги в ящике стола. Твои. Я отослал тебе имейл со своим адресом. Загляни ко мне как можно скорее. Меркурио. Sunrise. Так, деньги. А, конверт с деньгами. Конверт взять. Уйти. Так, здесь у нас что? Настоятельная просьба навести меня в моем доме в даунтауне. В качестве подсказки оставляю тебе вот это. Темна наша кровь был... Этот стих, бел этот стих, я чувствую силу в том, кто молод. Найдешь меня в доме под мистическим солнцем. Регент Тремер. Господи, я не могу этот шрифт читать, он ублюдский. Я ничего советовали, говорили, хороший русификатор. До хера артефактов в переводе, то ли это что-то у меня не то, ну, в общем... Пакет крови возьму, выйти. Давайте попробуем. Sunrise, мать его. Введите команду. Команда email. Пароль Sunrise. Пароль принят. Ну да, шикарно. Для продолжения нажмите Enter. Enter. Напоминание. Бум. Так, ну напоминание. Меркурио свяжется с тобой, когда ты прибудешь в Санта-Монику. Не отключайся. Встречу... Не откладывай, точнее. Встречу с ним. Quit. Email. Пароль принят. Бум. Увеличение пениса. У девочек крышу снесет. Звони прямо сейчас. Шикарно. Сейчас прям позвоню. Next. Quit. Mail. Там можно было по-другому, конечно. Так, ладно. Kill
Патчо. Добро пожаловать, начало партии. Давайте, добро пожаловать. Здорово, добро пожаловать в город. Загляни ко мне, как только устроишься. И мы поговорим о том, что тебе необходимо сделать. Я сейчас собираюсь забрать взрывчатку, астролит. Я наверняка уже вернусь к моменту, когда ты приедешь. Я живу на Main Street 24 в квартире 4. Мой дом рядом с твоим, справа по переулку. Next. Игра начинается. Пешка передвинулась. Все, меня не раздражает. Quit. Все, выходим, выходим, выходим. Ага, хорошо, хорошо. Телевизор зло, все дела. Окейюшки, сохранюсь тогда. Слушайте, ну нормально. Я, пожалуй, на этом закончу первую серию. В общем, обучение закончилось. Я не очень доволен новым русификатором. Но, надеюсь, текстовых сообщений я буду получать мало на бумажках этих нарисованных, потому что их невыносимо читать. А в остальном вроде как все норма, ровно. Так что продолжим уже в следующих сериях. Кстати говоря, я им понятия не имею, потому что я там буду делать. Потому что я пока что в такой прострации нахожусь от игры. Так что увидимся. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока.